Исполнил сумасшедший гол, а нам, к сожалению, этого мастерства и опыта не хватило. Так комментирует гол защитника Юрия Логвиненко главный тренер Оржекпеса Андрей Карпович. Напомним, что это второй матч Кукшетау со столичным клубом. Астана открыла счет и забила первый гол в наши ворота на 25-й минуте. Напомним, что сегодня на местном стадионе пройдет первенство Казахстана среди команд второй лиги. В перерыве после первого тайма чествовали женскую футбольную команду. Аким области поздравил девушек со вторым местом на чемпионате Казахстана. Серебро – это путевка в квалификационный раунд женской лиги чемпионов в будущем сезоне. Чемпионат для нас был немножко сложный, потому что в этом году прибавились команды в чемпионате Казахстана. Это в Астане команда открылась с Дюшор номер 8. И в Петропавловске команда Кызылжар прибавилась. Все команды понимали, что вторая команда в чемпионате Казахстана тоже участвует в Лиге чемпионов УЕФА, поэтому все боролись и все игры, и мы, конечно, тоже настраивались на каждую игру, и поэтому и забили много мячей в чемпионате Казахстана в этом году. Было и хорошие игры, и победные, и две игры ВИКу проиграли, ВИК Казагурту. Но, тем не менее, мы заняли второе место. Это, конечно, за счет командной игры, за счет дисциплины и самоотдачи. Сами игроки женской футбольной команды несказанно рады. Ну, я занимаюсь футболом уже 6 лет. И с каждым годом все лучше и лучше относятся к футболу. Я думаю, что мы дойдем до того уровня, когда будем выигрывать и побеждать в Лиге чемпионов. Отметим, что впервые в истории кукшетауская женская команда примет участие в Лиге чемпионов УЕФА. Жамал Габдуллина, Бауыржан Смагулов, Кукше, Ахпарат.